Ребят, я на съемочной площадке, хотел вам рассказать о том, что мы работаем, для вас. Безусловно, выполняем все меры предосторожности. Только на въезде сразу же у нас проверяют температуру, выдают маски, на каждом этаже у нас антисептики. Ну, в общем, все очень ответственно. И мы работаем для вас, чтобы вы смотрели свой любимый «Дом-2». И у нас не получится работать дистанционно, это повлияет на качество съемок.